Выставка только открылась, а желающих приобрести сочную ароматную рыбку уже целая очередь. Все дело в качестве. Коптят камчатские знатоки на натуральных ольховых, вишневых и яблоневых опилках. Это позволяет удержать исключительно полезные кислоты омега-3 и витамины ЕДА, которые так необходимы организму, особенно сейчас. Я купила рыбу чавыча и теша. Я жила на Камчатке 3 года, поэтому я знаю эту рыбу. И каждую ярмарку я беру эту рыбу. Мне она очень нравится. Вкусная, хранится долго. Если не покушаешь, в холодильнике несколько месяцев может лежать. В общем, рыба очень вкусная и давно знакомая. Доставляют деликатесы с нетронутого цивилизации Камчатского края до прилавка в Сочи без использования заморозки. Это позволяет сохранить богатство микроэлементов и утонченные вкусовые качества, которые оценит каждый любитель рыбной продукции. Продегустировать и приобрести лакомство к праздничному столу можно на выставке-ярмарке «Новогодняя шкатулка», которая работает с 10 до 20 часов с 23 по 27 декабря в новом выставочном центре Уморпорта по адресу улица Несебрская, 1Б. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.